Продолжаю тренироваться для того, чтобы побить свои прошлогодние рекорды. Сегодня я решила босиком попробовать дойти из садика домой. Не знаю, что из этого получится. Давайте стартуем. Самое коварное — это вот эта плитка, всякие асфальты, потому что ходить по снегу значительно легче. Сегодня у нас минус 17 ночью было. Но так как буквально там только вчера у нас снег появился, но неудобно сейчас будет руками ворота открывать, то снега очень тоненький слой. Вот тут как раз люди идут. Можно вас попросить закрыть, пожалуйста, а то у меня руки заняты. Спасибо большое. Местами снег такой ледышками. Вот есть выбор — пойти там и пойти вот здесь прям по снегу. Так, я прошлась прям по снегу, попробую пройти здесь. Ну, здесь идти удобнее. Я, наверное, даже немножко вернусь назад и перейду дорогу здесь, потому что здесь есть места, где полностью снежок. По льду ходить не надо, потому что это будет обдирать кожу. Ну вот, пожалуй, мне уже достаточно, но вот дом близко. Снег вдоль дороги такой колкий, тяжелый. Ну, вот я дошла до своей обычной дорожки, где я обычно хожу. В общем-то, эксперимент прошел удачно. Вот мои ножки все так же розовенькие. Как всегда, мои ножки в полном порядке.